Всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами разнорабочий в клубе, в клубе вновь вещает. Сегодня мы обозреваем реплику уже заезженной модели Benchmade Bugout 535. Будем такая вот чётенькая, из плотного картона. Коробочка. Так, в сторону. Посмотрим, что у нас тут внутри. Ага. Очень здорово. Еще бы все вылазило. Так, очень-очень все интересно. Так. Так. Коробочка раз такой вот сертификат. По идее, еще должна быть наклеечка Axis Lock, но что-то не в этой комплектации. Ну да ладно, нам-то обозревать, в принципе, сам складной нож. Так, вот мешочек для ножичка, для удобства ношения. На ползуночке подпружиненном с подтяжечкой. С гравировкой Benchmade. Так, там сюда. Вот. Так, это у нас называется мешочек. Вот сам ножичек. Так, сейчас момент. Так, обозреваем ножичек. Вот он такой маленький, небольшой. Заезженная модель, просто уже среди нажиманов, просто некоторых уже тошнит почему-то от этого ножика. Так, вот эффектный выпад клинка, немножко по ТТХ. Сталь 8 хром 13 молибден ванадий, длина клинка 82 миллиметра, длина ножа в походном положении 107 миллиметров, длина ножа в рабочем положении 189 миллиметров, толщина обуха 2,3 миллиметра, для удобства открытия клинка с двух сторон шпинек, здесь он обработан синением нагревом, клипса черная, крашеная, винты тоже все черные, крашеные, замок Axis Lock, пружинка с двух сторон. Так, внутри желтые латуневые шайбы. Так, материал рукояти. Пластик нейлон. В данном случае, я думаю, это пластик, потому что это все-таки реплика. Так. Отверстие для темника имеется. Вес 55 грамм. Клипса двухсторонняя. Имеет две позиции под правшу, под левшу. Так, гравировка Benchmade. Вот бабочка, видим. Сталь S30V, но, естественно, S30V тут никто не будет делать. Вот. Обработка клинка, продольный сатинчик такой, аккуратненький, приятненький, честно говоря. Так, ножичек невесом на самом деле, лайнеры тут где-то вообще в начале ножа. Так, рукоятки вообще полые, облегченные. То есть, и вот многие жалуются, что вот оно вот, ну, прогинается, да, вот пластик. В Тагида вот мне в этом плане понравился больше. Я его как-то ранее обозревал. Так, клинок у нас, ну, более-менее по центру. Бонки внутри тоже обработаны синением. Скорее всего, это нагрев. Достаточно удачная резучая модель. Конечно, оригинал стоит, ну, по мне, так с перебором. И реплик можно набрать 10, 20, 15 штук. Я не спорю, там, ну, за кусочек железа заплатить там, помню, сколько он сейчас там стоит, 17-18 тысяч. То есть, как бы, не знаю, ну, не особо та модель, за которую нужно отдать такое количество денег. Не знаю, напишите в комментариях, что в вашем понимании,
сколько бы вы вообще отдали денег за оригинальный нож. Ну вот, есть какой-то предел этого всего. Ладно, всем спасибо за внимание. Всем удачи.